Обама обижался на действия республиканцев, игнорируя речь, ради которой иностранный политик прибыл в США и договаривался дружить против России, мэр-демократ всея Нью-Йорка Билл де Блазио принял весьма интересное решение, заявив, что государственные школы в городе будут закрыты на два мусульманских праздника – Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Прогнозируется, что это решение вступит в силу уже осенью этого года. И это, цитирую, «здравое решение, которое учитывает растущее мусульманское сообщество Штатов и отдает дань его вкладу в город Нью-Йорк». Ранее аналогичные решения были приняты в городах штатов Нью-Джерси, Массачусетс и Вермонт.